Для Кристины Жарковой выступать на сцене привычно. Девушка играет на флейте в муниципальном духовом оркестре. Параллельно учит начинающих музыкантов. Преподавательский стаж 10 лет. Но перед этим концертом все же волновалась, долго готовилась. В конкурсах не участвовала давно, а этот особенный соревнуются педагоги. Ну, в моей практике это играет важную роль. Я считаю, что я своему мастерству должна обучить своих воспитанников. Городской конкурс профмастерства «Признание» проходит в Самаре уже в третий раз. Что обычно мы требуем от учеников, теперь от преподавателей, как от их воспитанников. Это очень самое тяжелое – быть артистом с большой буквы. Мы по большей степени практики. Теоретически можно объяснить, но мы на практике все это реализуем. Репертуар исполнителей от классики до современной музыки. На сцену выходят ансамбли, солисты и вокалисты. Играют на самых разных инструментах. Хотя, как отмечают сами педагоги, в последнее время все популярнее среди молодого поколения становится баян и гитара. Учителя, в свою очередь, стремятся привнести в уроки музыки и современные технологии. Это конкурс, который стимулирует преподавателей, педагогических работников к тому, чтобы совершенствовать свое мастерство. Это какие-то инновационные технологии, о которых хотят высказаться школы. Соревнуются участники в двух номинациях – исполнительское мастерство и научно-методическая исследовательская деятельность в области художественного образования. В этом году география конкурса расширилась, приехали педагоги из районов области. Более 100 конкурсантов из 14 школ. Олег Зверев, Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.